Доброе утро. Всем привет, друзья. Шесть часов утра. Я вышел, и Мэри со мной вышла. Остальные еще спят. Давайте полюбуемся. Это прям надоело. Солнышко еще только-только встает. Сегодня воскресенье, но приходится так рано вставать. Вообще все планы на отдых просто-напросто порушены. Я бы даже сказал грубее, но не хочу. Ровно на 7 приезжают мастера. Будут ставить нам котел новый, этот убирать. Будут новый дымоход делать, старый убирать. А в 8 часов поеду, заберу ребят. Пошлите, покажу вам забор. Немного не доделали забор. И еще кое-что буду делать. А, давайте перед этим посмотрим кротов. По традиции уже каждый день обхожу. Ну вот здесь одна ямка, вторая. Третья, четвертая, пятая. Я уже рассказывал, уже, по-моему, четвертый день. Это я показываю. Каждое утро появлялись на этих местах опять ямки. Я их ногой закапывал, планировал. Это уже четвертый день подряд нету. Что я сделал? Если кто-то смотрел ролик, ролики предыдущие, взял кусочек тряпочки обычной в бензин и засунул в норки, так расчистил рукой, убрал, нашел эти норочки и туда тряпки. И вот уже четвертые сутки тфу-тфу-тфу, не видно и не слышно. Вчера чистил печь, я думал, это глина, а вы, друзья, пишите, что это. Я еще взял, замочил, думаю, полезу сегодня на чердак, замажу, а вы пишите, что это пепел. Не знаю, я такой пепел не видел. У меня, если дерево перегорало, то обычный белый, а это какой-то непонятно. Ну, я с вами соглашусь, пепел, значит пепел. Полезу на чердак, замажу дымоход там в 3 или 4 местах. Замажу дымоход обычной жаростойкой замазкой. А потом побелю и посмотрю, как оно будет. Вот он забор, который я вчера вам показывал, который делали. Он такого темного цвета. Он уже почти не берется. Это отработка автомобильного масла. Ну, сказали, очень хорошо им покрыть. Не будет вот этого шашеля, или как он называется. Не будет всякой гадости на дереве. Намного дольше сохранится. Он год-два. Ну, дерево покажет, год или два, может больше. Он потом побелеет, и его просто уже обычной краской, какой вы хотите покрасить, да и все. Ну, здесь, наверное, что-то забьют, выровняют, я думаю. Тут ущелье берут. Он еще не доделан, вот, смотрите. Вон еще, видите, участок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть досок не хватило. Ну, это отходы такие. Вот. Еще в планах сегодня поломать вот этот сарайчик. Он не нужен. Тоже вы пишете, писали, для дров. Ну, как он может подойти до дров? Тут дверка метр. И сюда чуть больше метра. 1,20 на 1,20. Сколько ж тут дров поместится? Да нисколько. Его надо убирать, да и все. Буду тише говорить. Света еще спит. Вот такая получилась белоснежная печка. Осталось только покрасить эмульсию и все. Здесь будут обои, а на потолке тоже покрашу. Кто это пришел? Вот кто со мной не спит, да? Мэрик, лохматая.
за вот это отверстие, ну, кто что написал. Кто хотели строить второй этаж, трубу выводить, кто пишет, что это вентиляция, кто пишет, мыши проели, не знаю. Ну, будем замазывать, с той стороны положу консервную крышку, кирпичом придавлю, а света здесь замажет и тоже покрасим. Мы вчера уже в начале 8-го поехали на речку. Даже не купались, просто посидели, отдохнули. Миша к нам приезжал. Когда приехали, я пошел в душ и пошел спать. А Света еще осталась здесь, сидела, читала, отвечала на ваши комментарии. Сегодня утром проснулся. Розочки. Интересно. Сейчас кофе закипит. Вернее, вода закипит. Пойду Свету разбужу. Поинтересуюсь, откуда такая красота. Доброе утро. Кофе уже готов. Мэри, она уже и со мной успела выйти, уже и с тобой лежит. Вставай. Да? Что тут за розочки? Откуда розы? Ты что улыбаешься? Не надо спать, Лёх. Что-что? Не надо мне близко. Когда ты спать, Лёх, мне замочек подарил. Мишка привез, да? Понял. Кто-то ему для мамы передал. Ух ты, я понял. Мишка привез розочки. Ну, в принципе, я и догадывался об этом, конечно. Ты ко мне, ну иди. Оп, куда же без тебя, правильно? Мэри. Вы уже скатерть застелили? Конечно, а как же. Молодцы, это вчера постирала. Должна же быть красота. Ярочка, Лень, какие красивые розы. Сыночек подарил? Да. Друзья, спасибо большое вам за подсказки, за парады, за ваши советы. Мы прислушиваемся ко всему. Честное слово. Правильно, Свет? И огромная благодарность всем, кто помогает материально. Вчера из Америки, помните, кто давно на канале, помнит те ролики, когда нам из Америки посылки присылали. Так вот, вчера выслал нам помощь Иван Кременцов из Лос-Анджелеса. Также из Баку Лала, наша подписчица, которая нам звонила, когда одно время у нас не было роликов. Ну, такая ситуация была у нас на Донбассе. Нечего было просто снимать, да, и нельзя было. Звонила, переживала нам, тоже выслала. Спасибо вам большое. Вы тоже, друзья, когда шлете, пожалуйста, подписывайте каждую материальную помощь, каждый донат. Просто любой комментарии, любое пожелание. Я буду показывать это все. Мы вам очень всем благодарны. Велике вам дякуем. Все, надолго всех мы не прощаемся. Всех любим и мы уважаем. Ваши Журавлёвы. Надолго мы не прощаемся. Скоро увидимся. Обязательно покажу, что сегодня буду делать и что сделаем. Так.